5 ноября, плюс 15. Сегодня мы в Краснодаре снимаем очередной обзор. Агентство недвижимости Smart Realty, я Бортников Александр. И сегодня видео не один. Я представляю вам нашего лидера, ведущего эксперта, моего партнера Виктора Павловца. Виктор, за последние 2 месяца 12 семей благодаря твоей работе, твоим консультациям приобрели квартиру в этом прекрасном комплексе. Скажи, что, почему привлекает этот комплекс, почему он также лидирует в нашем агентстве? Вот немножко можешь сказать об этом? Конечно, приветствую, Александр, приветствую, дорогие друзья. Лично я сам родился и вырос в этой части города. Эта часть города мне хорошо известна и понятна. И я уверен, что большому количеству людей именно этот район города подходит для жизни больше всего. Конечно, я хорошо знаю, что когда-то этот район был просто спальным районом, где достаточно элитная недвижимость. И целое поколение людей выросло здесь, так не дождавшись ни школ, ни детских садов. Это мы тоже хорошо знаем. Но время идет, инфраструктура района кардинально меняется, и об этом мы сегодня более подробно поговорим. Действительно, комплекс очень интересный. У района есть свои колоссальные уже плюсы, даже несмотря на то, что в прошлом были, как ты говоришь, минусы. Естественно, не будем сейчас вам раскрывать все карты. Сегодня в этом видео с нами будет также работать для вас очень прекрасная девушка, представитель застройщика АСК Регина Гайфуллина. С удовольствием сейчас вам ее представим. Ну что, друзья, поехали! Итак, друзья, сегодня нам очень крупно повезло. Сегодня в нашем видеообзоре будет участвовать Регина Гайфуллина. Это ведущий специалист компании АСК, человек, благодаря которому мы узнаем об этих прекрасных комплексах все самые первые, помогаем своим клиентам. Регин, спасибо тебе большое. Я думаю, ты лучший куратор, который нам также помогает в нашей работе. Что ж, хочу сказать большое спасибо вам за выбор нашей компании, за выбор наших объектов. А я сегодня готова поделиться с вами информацией о нашем прекрасном жилом комплексе «Смородина». И перед тем, как мы будем говорить непосредственно об этом комплексе, хотел задать пару вопросов о самом застройщике, о самой компании. Строительная компания АСК больше 9 лет на рынке. Мы построили и ввели в эксплуатацию больше 62 жилых домов. Помимо Краснодара, наша компания строит в таких городах, как Анапа и город Сочи. Также наша компания берет и достраивает объекты других застройщиков. Кроме того, все наши комплексы мы сдаем ровно в срок, а некоторые даже на год раньше. Регин, правильно я понимаю, что у застройщика ни один, ни два, ни три комплекса в Краснодаре, их намного больше. Какие это комплексы? Всего у нас 11 жилых комплексов. Сейчас мы находимся на Смородине. Также у нас есть жилой комплекс «Юрал», жилой комплекс «Фреш», жилой комплекс «Режиссер», ЖК «Аврора», ЖК «Роллклифф», ЖК «Небо», ЖК «Новелла», ЖК «Зеленодар» и «Гранд Пэлас». Наши объекты строятся в разных районах города, поэтому наши клиенты могут выбрать абсолютно любой район. Понятно, что комплексов очень много, но сегодня мы находимся здесь, на Смородине. Здесь мы продали уже много квартир. В основном это были бизнесмены, предприниматели, которые живут в этой части города, хотят, чтобы их дети жили здесь, хотят, чтобы их родители жили здесь, перевозят и видят в этом районе большие перспективы. А как сам застройщик позиционирует этот комплекс, кому предлагает, кому интересен именно этот формат? Жилой комплекс «Смородина» – это семейный квартал. Дома комфорт плюс класса. Дома строятся по монолитно-кирпичной технологии. На территории нашего жилого комплекса предусмотрены современные спортивные детские площадки. Для мам и маломобильных граждан предусмотрена безбарьерная среда. Также на территории нашего всего комплекса будут представлены коммерческие помещения. Жилой комплекс будет иметь уникальное озеленение с применением кустов смородины. Мы пока еще не знаем, какого она будет цвета, красного или черного, а может быть даже белое. Безусловно, интересная концепция комплекса вызывает интерес у наших клиентов, я думаю, людей из разных регионов России и, конечно же, города Краснодара, этой части Восточной, Знаменского и Новознаменского. Кстати, даже представил, вот как родители с детьми или просто люди вот, да, могут прогуляться, а у тебя, представляешь, плодовые деревья, кусты смородины. Это мечта любого человека, который переезжает с севера сюда к нам на юг, потому что не раз слышал от друзей и знакомых, кто переезжал. Представляешь, я шел гулял по центру города, абрикосы ел, там сливы. Это Краснодар, друзья, да, действительно, это ЖК «Смородина», здесь будут тоже плодовые кустарники и деревья. Хотел еще спросить более подробно про сам район. Какие здесь перспективы, что уже есть, что планируют
построить. На сегодняшний день, так как мы уже поговорили, да, что это больше позиционируется как семейный квартал, да, самое важное, это, конечно же, наличие социальной инфраструктуры, такие как школы, детские садики. На сегодняшний день уже есть новая действующая школа, то есть 10 минут пешком, а также есть детский садик действующий, и в ближайшее время, до 2025 году, планируется еще по строительству 3 детских садика. Также к 2025 году администрация города Краснодар планирует запустить новый транспортный коридор и соединить такие районы города, как поселок Плодородный, поселок Лорис, Новознаменский и Знаменский. И данная дорога будет соединяться с трассой М4 Дон. Трасса М4 Дон ведет к Черноморскому побережью. Почему люди часто хотят жить в центре? Потому что там уже старая устоявшаяся инфраструктура. Там достаточно школ, поликлиник, детских садов. Так вот здесь в абсолютной близости к этому району находится старый микрорайон Комсомольский, где, как и в центре, есть вся инфраструктура. Достаточно школ, спортивных комплексов, достаточно больниц, поликлиник и детских садов. Поэтому многие люди, кто живут в этой части города, месяцами, а то и годами не выезжают с этого района, потому что это уже полностью самодостаточный район. Честно скажу, слушаю сейчас о комплексе Смородина, уже не терпится попасть быстрее на стройку, увидеть этот прекрасный комплекс, посмотреть планировки. Я думаю, наши телезрители также уже хотят быстрее это увидеть. Ну что, поедем на стройку? Поехали! Купила себе квартиру, когда здесь вообще ничего не было. Часто люди спрашивают, а действительно то, что рисуют на картинках, потом реализует застройщик в жизни? Действительно оно будет так красиво, как изначально нарисовали? Я думаю, нам уже есть чем сравнить. Да, у нас есть жилой комплекс «Новелла», где входные группы и рендеры полностью соответствуют реализованному проекту. То же самое относится к жилому комплексу «Смородина». Я покупала еще квартиру, когда это был котлован. Сейчас мы уже видим, что полностью наш проект реализован по нашим рендерам. Зона двора разделена. Для детей в нашем дворе предусмотрены футбольно-баскетбольные площадки, лазилки, качели. А для их родителей прекрасные беседки с навесом. То, что здесь во дворе есть все для взрослых и для детей, это очень хорошо. А что скажи на самом деле с парковками? Потому что в каждой семье как минимум одна машина есть. Мы и этим порадуем всех наших жильцов. У нас предусмотрено больше 1000 парковочных мест. Регин, правильно я понимаю, что отдельно многоуровневого или подземного паркинга в комплексе не предусмотрено, но количество парковочных мест, оно все располагается рядом с подъездами и примыкающих к домам территории. Этого будет достаточно для того, чтобы люди могли припарковать свой автомобиль. Да, все верно. То есть все наши парковочные места будут размещены по периметру жилого комплекса, и они будут абсолютно бесплатными. На что я обратил внимание, что здесь очень мало многоэтажных застроек, здесь в основном частный сектор, поэтому, я думаю, с этим не будет больших проблем. Уменьшенная плотность населения в этом жилом комплексе за счет отсутствия студий. В нашем комплексе представлены полноценные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, и я предлагаю их посмотреть. Вот мы поднялись в 5-й литер, зашли, посмотрели, как уже сделаны подъезды, какая здесь входная группа. В среднем в этом комплексе от 4 до 8 квартир на этаже. Это, конечно, большое преимущество. И расскажи чуть подробнее, какие материалы используют, какие ставят здесь двери. Наша компания уделяет большое внимание, это качественные отделки. Начиная от входных групп, да, мы уже с тобой прошли, посмотрели. В каждом подъезде 2 высокоскоростных лифта установлено. Как видишь, здесь у нас уже необычные потолки грильята предусмотрены. И хочу презентовать вам наши необычные входные двери. На сегодня сегодняшний день, так как все еще на этапе строительства, двери защищены специальной пленкой. Но несмотря на то, что двери защищены пленкой, это не мешает нам с тобой пройти, посмотреть мою двухкомнатную квартиру. Пойдем. Достаточно широкие коридоры. Да, все верно, поэтому вся мебель абсолютно спокойно заедет без проблем. Комнатная квартира общей площадью 50,5 квадратных метров. А с левой стороны расположен санузел 3,6 квадрата, кухня 10 квадратных метров. И с правой стороны это две спальни. Одна спальня 12 квадратных метров и также еще одна спальня это 14 квадратных метров.
Также хочу обратить ваше внимание на то, что мы сдаем уже в качественной предчистовой отделке с электроразводкой. Уже установлен домофон и электрощиток с автоматами, где прописано, какой за что отвечает. Кстати, хотел заметить, что именно эта планировка очень удачная, и много наших клиентов купили именно этот вариант. Семья, у которой есть 1, 2, может даже 3 ребенка, здесь, в принципе, компактно можно разместиться. На перспективу молодые семьи, когда покупают себе квартиру, если родятся дети, у них всегда есть уже отдельная комната. Так как перегородки в этой квартире не являются несущими, их можно перепланировать под себя. Все балконы в нашем жилом комплексе уже остеклены. А на наших балконах можно сделать маленький уютный рабочий кабинет с прекрасными видами. В общую площадь квартиры у нас входит не вся площадь балкона, а всего лишь коэффициент 0,5. Соответственно, половина балкона вам идет в подарок. Кстати, хотел заметить, что многие мои клиенты купили подобные квартиры уже с готовым ремонтом. Это очень удобно, что им не придется тратить свое время, силы и финансы и купить квартиру под ключ, готовую либо для сдачи, либо уже полноценно переезжать и жить. Данную планировку сейчас можно приобрести готовую, с ремонтом и с платежом не больше, чем 20 тысяч рублей. Шикарная возможность, тем более, если люди приобретают квартиру под сдачу, всегда будет перекрываться двухкомнатная квартира с ремонтом, платеж 20 тысяч, я думаю, выставишь на вид, и завтра тебе сразу же снимут, заберут, и я буду здесь жить. Я обратил внимание на мелочи, что даже радиатор крепится на стене, и вода к нему подходит не из пола, что крайне неудобно, а именно со стены. Мелочь, а приятно все-таки. Давайте посмотрим, может, еще однокомнатную квартиру. Конечно. Так как они всегда пользуются спросом во всех комплексах. Пойдемте. Сейчас находимся с вами в одной из самых востребованных однокомнатных квартир – 35 квадратных метров. А из окон данной планировки видна абсолютно новая школа. К этой школе у нас ездит школьный автобус. Остановка находится сразу возле комплекса. Скажи, какие предложения сейчас есть по этим комплексам? Так как у нас разные очереди строительства, да, то, соответственно, и планировочные решения в каждой очереди разные. Но в целом однокомнатные от 33 квадратных метров стоимостью от 3 800 000 рублей, двухкомнатные идут от 50 квадратных метров, стоимость начинается от 4 900, и трехкомнатные квартиры от 68 квадратных метров и цена 6 300 000. То есть получается трехкомнатная квартира 67 метров квадратных выходит стоимостью 6 300 000 рублей. Все верно, это меньше 100 000 рублей за квадрат. 100 тысяч рублей за квадрат, наверное, хорошее предложение сегодня на рынке новостроек города Краснодара. Обратил внимание, смотрел планировки, те лидеры, где есть трехкомнатные квартиры, там всего 4 квартиры на этаже, 2 трехкомнатные и 2 двухкомнатные. Практически бизнес-класс. Ты прав, абсолютно. В каждом литере разное количество квартир на этаже, это от 4 до 8. Помимо цены, которую мы предлагаем нашим клиентам, мы им еще можем предложить субсидированную ставку по ипотеке. Часто задаваем вопрос наших клиентов, я думаю, не только у наших, сколько будет стоить обслуживание квартир в этом доме, какая управляющая компания, то есть немного об этом можешь сказать? Да, конечно. Управляющая компания будет наша, для того, чтобы она максимально могла следить за комфортом, да, жильцов. По всему периметру комплекса предусмотрено видеонаблюдение. У каждого жильца будет доступ к приложению, в котором он сможет наблюдать. Если говорить по оплате коммунальных услуг, то для каждой квартиры предусмотрены индивидуальные счетчики, по которым будут и оплачиваться квитанции. Цена на обслуживание будет более чем доступна, в пределах 25 рублей за квадратный метр. Наша экскурсия по жилому комплексу «Смородина» подходит к концу. Хотелось бы поблагодарить Регину за такой прекрасный обзор. Много всего ты нам успела показать. Я знаю, что очень занятой человек. Тебя постоянно телефон даже в наших съемках разрывается. Спасибо тебе огромное за то, что нам помогла и показала весь комплекс полностью. А я жду вас и ваших клиентов у нас на жилом комплексе «Смородина». В свою очередь хочу сказать, что мне безумно комфортно работать с агентством Smart Real, поскольку ребята суперпрофессионалы своего дела. Ребята максимально правильно подбирают жилые комплексы для своих клиентов. Клиенты довольны, а нам приятно работать.
интересный комплекс, конечно же, надежный застройщик АСК. Но нужно подводить итоги этого видео, подводить итоги комплекса, плюсы, минусы. Виктор, как ты считаешь, какие плюсы есть у этого комплекса? Конечно, это элитный частный сектор, малоэтажная застройка, это большой плюс. В целом по району здесь уже реализованы и функционирует школа, здесь уже функционирует муниципальный детский сад. С недавних пор здесь открылся большой спортивный комплекс, где бесплатно для взрослых и для детей множество различных секций спортивных. Здесь, кстати, проводят множество и соревнований, и по единоборствам, и по тяжелой атлетике, и по пауэрлифтингу. Здесь близость к трассе М4 Дон, прямой выезд на Сочи, прямой выезд в город Ростов-на-Дону. Что еще интересно моим клиентам, что здесь близость аэропорта. Здесь всегда можно за 15 минут добраться до аэропорта. Несомненный плюс, аэропорт рядом. Краснодар уже стал давно мегаполисом. И, естественно, ехать в центр, как бы, время придется потратить, чтобы отсюда добраться до центра. Но мы понимаем, что, в принципе, этот район, он самодостаточный. Здесь есть все необходимое. Школы, садики. И, как ты правильно говорил, что кто здесь формирует свою жизнь здесь, тут все уже налажено. Ездить часто, там, преодолевать расстояние каждый день в центр или в западную часть города, в принципе, смысла и нет. Кстати, здесь мы видим большое количество коммерции. Я думаю, здесь будет все необходимое. И фитнес-центры, рестораны, кафе. И много чего здесь будет реализовано на территории самого комплекса. Есть частое возражение, когда мы предлагаем людям рассмотреть восточную часть города, Знаменский, что здесь большая загруженность транспортная. Если учитывать тот факт, что город сейчас направляет большие ресурсы для того, чтобы здесь выстроить транспортную инфраструктуру, соединить эту часть с города, соединить районы между собой, то для инвестора потенциальная цена за квартиры может очень сильно вырасти, когда эти проекты будут реализованы. Тем более есть перспектива развития района в целом за счет и медицины, и объединения других рядом поселков единый городской округ. По градостроительному плану здесь будет строить большую больницу, большой медицинский комплекс. Поэтому и транспортную развязку планируют под это подвести, чтобы связать между собой и Новознаменский, и Лорис, и Плодородный, и выезд в ту часть города. Что можно сказать по самому комплексу? Ну, монолит-кирпич, дома достаточно качественные, теплые. Один из плюсов, что в принципе немного квартир на этаже, да, от 4 до 8, есть вообще у нас получается литер, где 4 квартиры на этаже, 2 двушки, 2 трешки, реально как бизнес-класс. Уровень строительства, уровень самого комплекса в целом соответствует уровню этого района. Здесь живут много бизнесменов, предпринимателей. Многие из них хотят приобрести своим детям квартиру хорошего уровня, и они могут сделать здесь. Многие переводят сюда своих родителей, чтобы тоже они жили рядом. Еще отметил, что у нас здесь, по сути, 10 домов, комплекс достаточно большой, но отдельно выделенной парковки нет, подземной парковки нету, многоуровневой парковки не предусмотрено. Но застройщик, в принципе, реализует достаточно большое количество парковочных мест открытого типа рядом с домом и с подъездами. Как ты думаешь, не будет ли здесь такого, что не хватит парковочного места все-таки, когда человек приедет домой вечером? Вопрос актуальный, но глядя на то, что вокруг, в принципе, немного сейчас строится многоквартирных домов, плотность населения не такая высокая, и, как заметил представитель застройщика, что нету студий, я думаю, это не будет острой проблемой здесь. И если люди приобретают квартиру здесь с целью сдавать в аренду, да, как инвестиция, по сути, то, в принципе, это будет выгодно, и конкуренция будет небольшая здесь на рынке. И большие инвестиционные перспективы, как для сдачи в аренду на долгосрок, когда реализуется вся инфраструктура, квадратные метры обязательно вырастут в цене. Вообще, в целом, мне этот район очень нравится. Я в этом районе, в этой части города родился, в этой части города вырос. Мне здесь все понятно. Сам комплекс тоже хорошего качества. Мы походили, посмотрели. В принципе, сложно даже было к чему-то так придраться. Ощущения приятные. Южный город, такое южное название, смородина ягодная, да? Будем завершать наше видео на сегодня. Хотел бы напомнить, что наша компания, агентство Smart Realt, является официальным партнером застройщика АСК. Мы работаем по ценам застройщика и абсолютно для вас без комиссии сможем успеть также в этом прекрасном комплексе подобрать квартиру двух-, трехкомнатную или однокомнатную для жизни или инвестиций. Обращайтесь. А наша работа на этом не заканчивается. Думаю, в ближайшее время мы снимем и другие комплексы, не только этого, но и других застройщиков. Кстати говоря, можете написать в комментариях, какой бы следующий комплекс вы хотели увидеть в городе Краснодаре. Что бы вам хотелось узнать? Нам очень важна ваша обратная связь. Пишите комментарии, ставьте лайки, если видео вам было полезно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Здесь будет очень много интересного. До новых встреч!